Все, ребят, сделал стоп-старт. Все, StarCraft запускаем, погнали. Так, все, ребят. Так, что-то я смотрю здесь. 150 я, походу, не учел. Запиливаю. Погнали. Не за рандом, но как бы разными расами. Обязательно сыграю я как бы и процами, и тиранами, и зергами. А там сколько понадобится еще игр по обстоятельствам, в общем-то. Фуфог. Тиранчик, ГМЛчик. ГМЛчик, тиранчик. Зерг-то, оказывается, тоже не только процессами играет, а и зергами тоже сейчас. Поэтому, чтобы не было зеркалок, просто как бы... Блин, не переименовал стрим, извиняюсь, сейчас переименую очень скоро. Уже после этой игры. Раз напоминаю, уже, наверное, третий раз за сегодня, что после шоу-матча не уходите. Starline будет 20:00. Группа C, группа Strange сегодня бьется.
боепробку сначала заказать. Все равно, пока ехал там рабочий, это время прошло. Кто-то шкерится, я видел, там красный. Слава Галааму! Да свершится правосудие! Служи! Среди теней. Эклер смешали два вида сыра. Молодой. Да, ну ты прогнал. Чё, кнопка, кнопку жмёт, что ли, я не понимаю. Эклер.
Завершена. Бля, вот конченое чмо-то, блин, либераторное, а? Я проигрываю игру, просто дичь. Вот все четко делал, ходил зад вперед и отдал позицию. То есть просто я видел, как он заходил на вторую базу, я не пошел и не встретил его. Все. Пришли либераторы, с ними ничего не сделать, когда они уже разложились. А так все делал в порядке, как бы, в принципе, я здесь. Так, надо... Погодите, там по СГЛу мне пишут инфу на завтра. А чё у нас? Погнали, еще разочек сыграем. Ну там, кстати, потом у меня косяки начались, гиты разбинтились. То есть я пока ошибка, вот была контроль, я даже сам заметил, то есть... Я пока биндил гейты, я не управлял армией своей, то есть я не менял положение ее.
И в итоге он просто пришел и встал ко мне под рампу. Всяко, а там встал вот так вот, очень тяжело что-то сделать. То есть ты уже отсек от своей второй базы. Надо всегда в центре держать. Вот первый раз я подрался, вкал его развалил в центре. Все, он отступил, перегруппировался, скопился, пошел дальше. Нужно всегда, в общем-то, на расстоянии стараться с тираном бой принять. То есть главное видеть, чтобы тебя просто не стерли в порошок там, да? Блять, а что с пилоном? Просто. Пока рассуждаю, пилон не строю. Красавец. Не надо так делать. Не надо так делать, ребята. Что-то сегодня у меня вот такая шляпа происходит непонятная. Зачем она происходит, правда, я сам вообще не знаю. Я сердце тьмы. Яраку. Завершено.
Бодро как-то летал, он слишком, по-моему. Сейчас, секундочку, бреду, я что-то чай попёр уже конкретно. Так, ребят, все, я здесь. Опять скайп что-то сообщение ни хрена не посылает. Какую там, Юр, надо было запилить? Сосредоточен. Я всегда сосредоточен, когда играю.
Что там в скайпе нужно было поменять? На какую хрень с синхронизацией? Я что-то забыл. Ладно, поехали еще к окну, пока время есть. Блин, не поменял я название стрима по итогу так. И не поменял. Сейчас эту сыграю, поменяю. Естественно, Зергом шоу матч силе. Кстати, надо Зергу отписать, чтобы он приходил так 18 часам. Нет, то подождем маленько, что. Может, он там тренит хитрые стратегии, а ты говоришь нет. Thank you.
Ну, ё-моё, supply блок схлопотал еще, его я угораю там. Начнем же. Начнем же. Мы встретили свою судьбу. Предначертанное. Экстраполяция струн. Авианосец Крим. Разработка завершена. Я. Авианосец Крим. У нас есть цель. Все мы. Мы ждем. Блин, только начал морфить. База атакована.
Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А его-то чё, у него ушли? Это очень дикий косяк с моей стороны был сейчас. Карапторы это хорошо, конечно. Усиление псион. Изматическое ядро.
Ядро активировано. Улучшение завершено. Вступим в бой с противником. Месторождение минералов истощено. База атакована. Один. Всем. Кинала. Усиление Псион. Главное, чтобы Нексус меня не убивал. Я орудие мести. Так, ребят, сейчас я в скайп перезайду. У меня что-то скайп глючит в последнее время. Дико, короче, сообщения не посылаются, ни хрена. Юра что-то говорил там с часовыми поясами надо сделать. Я, честно говоря, вообще как бы, ну, не знаю, что там надо делать. Вот. Сейчас попробую сделать. Так, переименовываю стрим. Так, ребят. Вроде дошло до Зерга сообщение. Ну, просьба, у кого есть контакт, отпишите ему. Потому что у меня скайп, ну, вот он постоянно статус свой обновляет. И у меня сообщение как-то не доходит, короче, сейчас. Вот, вовремя. То есть, может, Зерг там где-нибудь пропал и...
Не, зерк здесь, все нормально. Так, ребят, сейчас я перейду через... Сейчас приду, короче. Зер готов, в общем, по матчам могу сказать, задержку выставлять не будем, по матчапам. Короче, сначала зерк сыграет зергом, я протсом, первую игру, а далее наоборот, я зергом протсом, а там уже по обстоятельствам будем, короче, смотреть, пилить все. Вот, всех приветствую, сейчас скоро начнем.
Пацаны, все, я здесь. Сейчас начнем. Я реально даже сейчас просто открываю грелки, которые мне Даша когда-то покупала. Все серьезно, короче, грелка для рук. Как корейцы, короче, я сижу с грелочками. О, тепло пошло, чувствую помаленьку. Здорово, forgive my own. Короче, сейчас все будем начинать. Сейчас там Авер спрашивает. Так, Хэппи сможет 16 ноября в 21.00. Погоди, 16-го это что? Среда. В среду во сколько у нас Starline будет, ребятки? Ориентируйтесь от Starline. Ну все, блин, медитация. 19. Ну, 20... Погодите, а что там за группа в среду? Посмотрите, что там за матчапы. Просто за 2 часа может не кончиться. Лучше хотя бы 2,5 время дать. Чая отпился. Какой-то зерк пропал, тоже медитировать, походу, ушел. Зерк против, что Паверс стримил, короче, ребят. Так, ну что, создаем игру, чё? Так, а чё создать-то? Храм во льдах, король Сиджонг у нас тут, да, сан. А, вот зерк что-то создал сам. Король Сиджонг зерк создал. Погнали. Чали, иди вон, короче, из-под стула, не напрягай меня. С зергом серьезный матч, поехали, ребятки.
Чё это говорят там? Усиление всю. Слава Делама!
Саблар Локи постоянный. Да, вообще ошибок миллиард, на самом деле, сейчас было просто дичь полная. Сейчас продолжим. Так, захожу к зергу. Теперь наоборот будем играть. Зерг не хочет обсерверов. Наоборот, сэр, готов. 8, ребят. Потом ОПМ покажу. Если в хистории осталось, как бы, то покажу. Надо реплей смотреть. ТВТ будет, но вообще тиранами я планирую сыграть, как бы, да.
Зерк на стриме чуть хэппинил, я играл раз. И я стримил эту игру. Поехали. Так, кто там у зерга в чате БМит? Пацаны, не БМите у зерга в чате. Так, Юр, по поводу корейцев, потом китайцев, точнее. О, мороз карта у нас, кстати, смотрите-ка. Thank you.
Но я удивлен, что Зерк даже стеночку здесь сделал. Вот. Такую, я думал, не продавлю. Ну это я показывал вам этот билд, и то, что эта сгрызалка иногда работает со всеми расами, как бы. Вот. Поехали! Зерк Протус, я тиран. А, новый Гетисберг. У нас карта-то, кстати, стрёмненькая, конечно, для ПВТ. Всех приветствую, ребят. Помните про премию и про поддержку. Зергом шоу матч играю. Как обещал, играю разными расами. Вот. Бой 7 у нас. Так, блин. Агрессивник просто. Thank you.
Сэр, блин. Да, где Эльта? Тесла Сунтил поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает: «Слава Деламан!» Улучшение завершено. А? Понял. Давай, удиви меня. Я кому наверх? Брось за ноги. Приказы будут? Говори. Я уже. ЗСМ готов. Что с ним?
потрясло. Разработка завершена. Наши КСМ атакованы. Наши КСМ атакованы. Разработка завершена. Высылайте подмогу! Сейчас рванем! Готов! Ложись! Стой! Разработка завершена. Наши КСМ атакованы. Пристройка. Улучши. Трудовым подвигом готово. Бегом! Приказы будут! Месторождение минералов выработано. Кому наверх? Вооружу! Создали! Давай, удиви меня! Слышимость отличная! Месторождение минералов выработано. Слышимость отличная. Вооружен и опасен. Трудовым подвигом готово. Куда? Что не так? Давай. Сколько мужа на новенького? Приказы. Скорую пушку. Время действует. Дай. Есть. Трудовым подвигом готово. Пошла, пойди. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Месторождение минералов выработано. Время действовать. Улучшение завершено.
Так, скайп я вырублю, ребят, секундочку. Мне некогда. Чалик, что, дверь не закрыть, что ли? Так, ну чё? Ну чё-то на самом деле, вот кто смотрит мои FP, согласитесь, спасибо Tesla Santil за 300, ребят, помните про поддержку меня и моего канала, естественно. Кто смотрит мои FP, на самом деле видит, что я сейчас... Вообще хрень делаю. Ну что, я зерк. Поехали. Такая просто нервозность присутствует, небольшая, как бы, то есть, ну, на самом деле, очевидно было, что он съехал с пушек, как бы, да, там, Нексус, а я что-то сижу, там, тупо режу, короче, вот. Это всегда, вот, как бы, в матчах начинаются ошибки странные всякие, такие. Начинается, ему пулы первые, блин. Выкладывай.
Давно бы так! Я уже... Улучшение завершено. Приказы будут? Давай, удиви меня! Улучшение завершено. Улучшение завершено. СМ готов. СМ готов. СМ готов. СМ готов. СМ готов. СМ готов. Пристройка завершена. СМ готов. СМ готов. Пристройка завершена. СМ готов. СМ готов. СМ готов. Что происходит? СМ готов. СМ готов. СМ готов. Что-то хуже, тут уже повидлу свою льем, блин. Пристройка завершена. Нададим им жару! Куда Зарк так упорно летит-то, блин? Пристройка завершена. Выкладывай! Пути! Ну, приказ, да?
Завершение завершено. Приказы будут! Камон! И светим! Танк на марше! Трудовым ходом! Я вляпался! Улучшение завершено. Что происходит? Куда? Кто так? Куда летим? Дадим им жару! Я вляпался! Ходи, свет! Жду приказа! Полный вперед! О, да! Блин, надо на вторую было ехать. Где-то Нидус орёт. Наша КСМ атакована. Месторождение минерала. КСМ месторождение минералов выработано. Наши КСМ атакованы. Зададим им жару! Сделаем! Месторождение минералов. Танк на марше! База атакована. Зададим им жару! Да ё-моё, орденочек. Вот это уже левая тема была сейчас, конечно, с моей стороны. Наши КСМ атакованы. Что стряслось?
вперед! Мистер. Режим готов. Всем пора! Слышу, Дима. Всем пора! Месторождение минералов выработано. Давай! Что происходит? Куда? Становится жарко. Нужна огневая поддержка. Не молчи. Я вору. Есть работник. Проснай. Я не продержусь в одиночку. Улучшение завершено. Я был известный. Выкладывай. Я бы на перестягу. Выкладывай. Здесь становится жарко. Вор уже тут. Не снимаю от штуки. Я тут. Хочу положить. Я вор, сколько можно сидеть? Режим готов. Куда стрелять? Чем пора? Говори. Слушай. Я режим готов. А? А? Есть работник. Что стрясло? Вор уже тут. Красно. Выкладывай. Говори. Чем пора? Куда? Марше! Не снимаю! Сколько можно? Я царь! Режим готов! Кого подлатать? Тот! Меня... Куда стрелять? Полный вперед! Я вам выкладываю! Наши КСМ атакованы! Гори нога! Давай же! Познай силу! Кто стрясло? Говори громче! Что не так? Отдадим им жару! Есть дело для меня! Чем дело? Танк на марше! Слушай, есть? И что теперь? Куда летим? Давай! Садись, прокатись! Говори громко! Куда стрелять? Дадим им жару! Полный вперед! Что скажешь, босс? Режим готов! Куда стрелять? Чем? Дадим им жару! Наши КСМ атакованы. База атакована. Танк на марше! Нададим им жару! Говори, дрон! Я ворон! Нужна огневая поддержка! Здесь становится жарко! Чудо, я все переключил. Откуда стрелять? База атакована. База атакована.
Наши КСМ атакованы. База атакована. Наши КСМ атакованы. База атакована. База атакована. Давай, выкладывай! В чем дело? Давай, выкладывай! Выкладывай! Надеюсь, прокачу! Говори! Удар! Я ворон! Кто там? Удар! Положи! Я ворон! В чем? И что теперь? Сколько можно? Удар! Говори! Я воронку делать буду! Куда стрелять? Куда летим? Вперед! Чем пора? Я Наши КСМ атакованы. Говори! Сколько? Куда стрелять? Я ворон! Кто там? Куда стрелять? Наши КСМ атакованы. Говори! Я воронку делать! Сколько можно сидеть? Провожай. Сколько можно? Куда стрелять? Я ворон. И что теперь? Я кем? Говори, сколько? Куда стрелять? Сунида. Кто такой? Давай. Не молчи. Выкладывай. Кто такой? Слышу. Дави, прокати. Сколько можно? Кто такой? Положи. Говори. Скорую помощь вызывай. Выкладывай. Я ворон. Куда летим? Кругом враги! Говори, гром! Не молчи! Положись на меня! Куда летим? Чем порадуя? Сколько? Я? Сколько? Я воронку тебе! Что не дожду? До прибытия одна... Куда? Кто? Есть! Есть дело! Не молчи! Говори громче! Я? Чем порадуй? Фуф. Приказ получен. Кругом враги. Чё-то я думал уже все на самом деле. Но вот я как чувствовал реально. Я даже не видя чатика, уже чувствовал головой. Там утка сейчас. ГГ ему, ГГ бичу. Я пошел и там в натуре мутка, идиот, я ему. Вот реально знал же, что торов надо добавить было. Но! Кимчин Зерк поддержал ваш канал на сумму 15 тысяч рублей и сообщает, приз. Скукота, конечно, получилась редкостная. Кимчин Зерк, ну а чё, не я предлагал, на самом деле, вы предложили. Ну, последняя игра, по-моему, ничего так получилось. Вот.
Идеальный тиран, да. Самый идеальный тиран. Я, короче, ребят. Спасибо, Ким Чен Зерк. Вот. Спасибо всем, пацаны, кто поддерживает. Не знаю, как там насчет челленджей. Вот. НСК Реалити что-то там обещал еще. Вот, так что можете поддерживать меня, мой канал. Сейчас я в скайп зайду. Ну что, в ожидании Старлайна теперь мы, по идее, как бы, но когда он? Через час еще только будет Старлайн. Вот. Так, блин, от стенового еще челлендж. С Ревой как будет? Будет, возможно, с Медоедом, но надо подтрениться. Для Ревы рано пока, куда там. Ну вот в этой игре могло рабочих, ну, хотя не в этой много не по. НСК Реальте поддержал ваш канал на сумму 2000 рублей и сообщает: утешительный приз победителю. Так, ребят, от стенового был челлендж убить больше 24 рабочих в одной из игр. Надо. Некст поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает: ура! Свершилось. А чё я не могу посмотреть, то я чё-то не понимаю. Всё, понял, короче, ребят, погодите. Нужно проверить, короче. Сейчас Зерк звонит, сейчас. Прошу прощения. Здорово, Сань, здорово. Сейчас, погоди, я сейчас подстрою, там у меня обычно микшер падает. Звук. Ну, он автоматом, да, у меня там не убрано, в общем. Всё. Была такая тема. Помню, Кас, наверное, год стримил с этой штукой, пока ему не сказал, как это исправить. Ну да. Вот, все, теперь должно нормально, пацаны, слышно быть, отпишите. Вот, ну, весело получилось. Последняя игра огонь, конечно. Да, я отвечаю, я выходил, уже чувствую, там пишут все в чате, мутка, мутка, полетел на мутку, как бы, но... В итоге я все равно вышел, и странно вообще, как так получилось. Что по итогу? Надо, наверное, масить тебе полностью муту было в этой ситуации. Да, наверное, не стоило больше рачей добавлять, потому что лимит меха это у тебя остался. У меня мута вылетела прямо впритык, вот как ты подошел. То есть, если бы она чуть раньше вылетает, я тебя в центре перехватываю и просто танки фокусом. То есть, гелионами ничего уже не сделать. Ну, да. Ну, еще 2-2, видишь, как бы подрешал. Я там сделал в начале 2-2, потом-то уже ресурсов не было. Угу. Я зря наломился второй раз, когда ты уже без экономики сидишь. У меня 3 фулл-хаты. Я думаю, ну, здорово. Думаю, 200 лимит у меня есть. Ну, как не пробить-то? А в итоге танков у тебя там очень много было. Я вообще охренел. Там столько их стояло. Там, знаешь, за этим, за саплаем, за факторкой, за минералами, за командным центром просто идешь такой прям. Ну да, я там как-то думал, походу, что Нидус сейчас что-то будет, короче. Вот. Ну да, слушай. Стальное. Так, первую игру что-то тоже втыкал, саплай, блоки были. Да тоже. Вот. Я первый, кстати, вообще не ожидал от тебя зилов. Думаю, сейчас у меня гидра, уже Люркер Дэн делается, грейд на атаку есть. Думаю, все, 3 фулл-хаты, все ок. И ты такой выходишь с зилами, я думаю, блин, я же не готов именно к зилам. То есть у меня ни лимита рачей нет, чтобы зилов убить. Ну и лимита, собственно, не 200. Ну да, там, конечно, если первый раз не встретил их нормально, потом не очень будет. Ну, вот. Так, ну что сказать? Ты что, будешь сегодня Starline-то стримить ты? А сегодня какая группа, кстати, играет? Группа С, где Стрэндж, я так понимаю. Там процессов много очень. Я уже не помню, кто там точно. Сейчас гляну. Вот. Сейчас. Точно помню, что Стрэндж, потому что спрашивали. Так, Стрэндж. Сейчас, честненькие. Стрэндж, Кванчи, Скиллз. Конжер, Кванчи, Скиллз. Да, 3 процесса, Зерк, короче. А группа Братка с Касом играл уже? Нет, завтра будет группа Братка с Касом. О, в среду отлично. Группа Д. Короче, во сколько завтра? День.
Завтра в 19, сегодня в 20 получается, как вот, то есть сегодня, mm-hmm. сегодня кто-то не мог там раньше, чем 20 начать, 19, я помню. 20. Ну, ну сейчас я подумаю, сейчас со зрителями, может, что решим. Меня что-то, знаешь, что переклинило? На морозе. Застройка стандартная. Я думаю, все окей, кора, фотон оверчарж, адепт стенки, ну, все как у всех. Угу. Там нельзя застроиться, чтобы пилона в стенке не было, то есть иначе никак. Карта такая. Я думаю, ну, с интрю мне нет смысла заказывать, думаю, у меня кора, стенка, думаю, если что, я закроюсь гейтами, и меня переклинило, я вижу собак и думаю, что, ну, вряд ли ты будешь еще заказывать. Ну, зачем как бы ломиться угу. в лоб на застройку и просто фигак прибегает стадо. А у меня сентри нету, я роботик заказал на следующую сотни газа вместо сентри. Ну, там, обсервер, призмы и так далее. И mm-hmm. вот, собственно, сентря, как бы все дефит так-то. Дефолтно. Ну, по идее, да, ну, я... Ты смотри, там репку, может, иногда, кстати, будет пригождаться. Я не знаю, я этот билд как бы придумал в бете, когда только она вышла, случайно, вот. И им прикольно за ВЗ играть, просто иногда им можно вообще все расы сгрызть. Там смысл, короче, в том, что без овера ты два раба отменяешь, потом еще отменяешь, у тебя личинки кдшатся там, вот, угу. и у тебя как бы необычный тайминг мува лингом получается. То есть вроде как бы у тебя и хата есть, и мув пораньше, чем обычно, там секунд на 15-20. Угу. И можно вот масить лингов, я очень часто, ну... Конечно, по процов как бы тяжеловато с тиранами, но за ВЗ вообще как бы я вот даже ГМЛ-ных 5400 там просто грыз там у них пригорало этой темой. Потому что когда первый раз, ну, человек не видит, ну, не видел этот mm-hmm. бьют, он тайминга не может не понимать, как бы ты заходишь и сгрыжаешь. Mm-hmm. Ну, то есть иногда можно прикалываться вот этим билдом. Просто я решил, думаю, блин, панели пропал, прогрызу или нет, как бы, ну... А что бы ты делал, если бы... Я, кстати, еще это... Я играл Gate Nexus, и рабов на газ чуть-чуть поздно перевел. У меня из-за этого кора была слишком mm-hmm. поздняя. Но я вообще подумал, что... Там уже успевает второй фотон верчаж до этого момента? Ну, у тебя уже там был как бы в конце, просто его некуда выставить. Вообще должен был успеть, просто, ну, я уже думал, что не прогрызу, как бы, и я уже строил Evolution и Over передроп, но я на самом деле думаю, что... Там с передропом тяжело с этого билда. Там просто нет экономики, короче, если ты не прогрызешь, там на самом деле БГГ почти сразу получается, как бы, ну, зергу. Mm-hmm. Вот, то есть там, короче, как получается, там на мейне где-то 16 дронов или 15, на второй 3 дрончика там ходят. Вот, и... Ну, mm-hmm. то есть там-то там такая... Ну да, этого достаточно, чтобы спамить лингов нон-стоп. Ну да, там как бы получается как, у тебя готов пул, у тебя ресурсы только на, ну там сразу мув заказываешь, чтобы максимально быстро, и одна королева, потом на вторую натаскивается, и потом только ты уже лингов начинаешь строить, вторая королева, я имею в виду, вот, так что угу. там прикольно. Такая. У меня последняя, кстати, игра, чем понравилась, у меня хата одна осталась, ну две уже по факту, а карта же жесткая для танков, то есть куда их не поставь, они достреливают, до любой из хат. То есть, где бы я свою не воткнул, ты можешь танки на ХГ разложить. И, то есть, я не могу спокойно даже развиваться. Даже если бы я хотел. Ну да, в этом плане на галактическом. Там же эти все вот эти третьи с лоу-граунда напрягаются. Как близко там хай-граунда, да, всем. Вот. Муту я, кстати, довольно много отдал на торах. У тебя, короче, я так понял, с четырех факторов четыре тора сразу вылезло, да? Там один, а потом еще три вылезло. Ты на мейника пролетал, да, да, да. Они как раз вылезли там прямо вот хорошо в тайминг. Я понимал, что они уже заказаны. Я думал, нет смысла лабораторию ломать. Думаю, ну хоть что-то подрежу и как-то улечу. А тут фигак три тора вылетают просто. Ну да, вещь там просто зарешала очень сильно, что мушка-то там по-любому как бы нулевая. Может, один грейд ты успел там сделать, а тор это 2-2. Там они нормально угу. по стеку бьют. Как бы. Вот. Ну я думал, все, как бы я сейчас торов закажу. Если выход не получится, там, ну, все, провал. Как бы. Ну так и было бы, на самом деле, сидеть там уже смысла не было. То есть у меня... Ни на грейды ресурсов, ни на грейдов не было, ни на что. То есть там остался стек танков, от мутки ушел небольшой. То есть на него надежда была, что как бы к ним добавить что-то там и выход сделать. Ну да. Вот. А так бы просто там уже в экономику, ну, там без шансов уже было. Ну все равно было весело. Я, кстати, это, на Геттисберге, блин, такой фейл, короче. Разделил армию на три части. Дома адепты, на второй базе пару юнитов. Думаю, ну, в центр как бы прогуляюсь. Типа, посмотрю, что как. Хотя, по сути, разведку надо всегда тупо адептом делать или апсами.
И ты меня подлавливаешь и просто на стимпаке догоняешь, ну, численностью. Я думаю, блин, нафига я в центр пошел? Ну да, там был такой момент. Я там тоже думал, я вижу, что как бы у тебя Нексус стоит, ты типа пуш прекратил, уходишь туда. Я что-то там долго там сумбурно бараки строю, рабы застряли там, короче, со цеху перевожу, пока переводил там, ну, уже ты, экономика там лучше у тебя потом, ну, выбил эту тему как бы. Я не заметил первый вот выход с мариками, то есть мне кажется... А как ты первым мариком прошел? Через центр, через верх? А, первый, который на базу. Самый первый Маринус, да, который на мейн. Да, я через Ксилнагу. Блин, я здесь через мост пошел адептом, думаю, отрежу путь к разведке, у тебя же барак ЦЦ и рипера нету. Ну да. Думаю, во халява. Я вообще не играю в Proxy Robotics, не люблю это гейство. Решил попробовать, потому что фаст ЦЦ. Если не будет разведки, почему бы, как говорится, и не попробовать? Как ты спалил, я сразу в Nexus пошел, сразу в разведку. Я просто как бы, смотри, я там думал, что, ну... Раз так без рипера, надо что-то на пофиг послать, на всякий случай. Я тоже не думал, что там что-то будешь прокси строить. Потом уже в конце там как бы оно нашлось, я на карте уже смотрю, как бы нашел, он там стоит робот, типа. Вот. Начал бункеры там сразу штамповать, цехи уводить, короче. Вот. Еще я там, кстати, заметил такой момент, у тебя там репку, посмотрю, у тебя там грейдов вообще не было, как бы на... Я поздно форс поставил, я боялся, что ты выход будешь готовить с двух баз. В какой-то момент, я не знаю, как в конце там было, но в какой-то момент я кликаю, у тебя, ну, плюс один, а у меня уже 2-2 было. Да, короче, это, в конце я тоже увидел. Я ждал выхода с двух баз, а потом увидел, что третья стоит, я тебя прогнал еще с нее. Думаю, ну, время на меня работает, третий Nexus у меня есть. Думаю, сейчас подкоплюсь, бой дам, а я в центре к этому моменту отдался. То есть я не стал уже поздно грейды делать, потому что это, ну, слишком было невыгодно. Уже или совсем в макро играть, в дабл фаржу уходить, или просто пас накопиться и драться. Когда поздно, лучше так сначала лимитика подкопить от обороны, потом уже с двух фаржей начать, хоть там, если и вдогонку, ну, бывает, успеваешь доделать, на самом деле, грейды эти. Вот. Ну да. Ну, было весело. Спасибо за шоу-матч. Anyway. Да, спасибо тебе, Сань, тоже. Ким Чен Зергу спасибо. Я не знаю, там что-то в будущем будет, как бы, если, может, там вроде как намечаются какие-то шоу-матчи, может, захочешь там, я не знаю, если никто не против будет, можно постримить будет. Вот. Пока, честно говоря, без понятия, что там как. Ну, решим, вот. Решайте. Приходи на Starline в ноябре, я думаю, ГГ года, Яндек уже сказал, что призовой выделят, как бы будем запиливать, будем стримить все вместе. Ну, у нас же уже традиция, как бы, в декабре ГГ года пилить. Вот. Я думаю, в декабре много чего-то будет всего интересного. Ну да, да как раз сейчас патч выходит, сейчас активизируется все, как бы, ну, к 20-му как раз. Да. Какие там, я не помню, 24-е там или до какого там обещали. Вот. И как раз Starline надо до этого момента закончить, уже что-то думать там, что новое делать, потому что, ну, как бы нет смысла подставлять игроков, что, да, там, финальная стадия в новом патче, как бы. Это, собственно, Home Story скоро. Так, Блай же, да, только едет? Да, вроде только Блай. Ты как бы туда поедешь или как вообще? Ну, круто, на самом деле, что тогда ждем фоток. Третий раз подряд. Скидывай фотки. Вот, я планирую в этот раз больше видео сделать, не сочтите за рекламу, но все-таки хочу много видяшек сделать из-за спин игроков, потому что СОС, Атилая и прочих задротов, как бы живьем ты нигде не увидишь вообще, ну, ни на одном турнире, не подойдешь к ним. А на Home Story ты можешь просто встать у него за спиной и смотреть. Вот, я планирую FP записать со спины, с девайсами и так далее, как они вообще там живут, дышат. Вот. Ну, видео какие-то на Good Game буду выкладывать в любом случае. Ну, понял. Ну, как от себя просьба, я думаю, все согласятся, что побольше там такую эту жизнь закулисную, так сказать. Да-да. Как там без... Не, ну, там же весело всегда на Home Story. О, да. Вот. Да, постараюсь побольше видосов записывать. Вот. Ну, а там будешь скидывать, я что буду показывать, все будут смотреть, потому что я да и сам посмотрю. Это прикольно всегда. А какие числа там, я забыл? 17-20, 4 дня. Ага, все понял, хорошо. Все понял. Марафончик 4-дневный, как всегда. Да-да-да, Home Story это марафон, реально. Вот, ну, спасибо тебе тоже. Спасибо. Все, тогда буду готовиться к Starline. Давай. Пока, пацаны. Все, пока. Ну все, ребят, небольшой разговор с Зергом. Сейчас надо проверить, сколько я рабочих убил в этой игре, потому что был челлендж на потере рабочих у нас с
стеновым, то есть я должен был в какой-то игре 24 рабочих убить. Мне почему-то кажется, что ни хрена я нигде 24 не убил. А, хотя в последний с тираном-то, наверное, подрезал. Кстати, да, я только сейчас понял, что Блайтон на Хумстори уезжает. Как мы будем... Надо Старлайн как-то, ребята, нам... Погодите-ка. Дайте-ка я сейчас паузу. Погоди, стеновой, пожалуйста. Я кое-что проверю по календарю. О, у нас 14... Ё-моё, в четверг уже... Это дичь какая-то, ребят. А чё, короче... А чё мы-то будем делать-то? Чё, мы теперь в новом патче будем проводить? Или как... То есть выйдет патч, в старом доиграем, в общем-то, после Home Story, что ли? Я не знаю, короче, как поступить теперь. Это подстава какая-то, это Home Story. Кстати, надо Сильвана написать, Наруто, что, ну, как там с Home Story. Можно ли в игре стримить? Так. В паре с Ривкиным. Не, Ривкина не будет, как бы, на финалах, и это очень хорошо. Не, здесь точно 24 не погибнет. А, я гоню, 26 уже в этой игре погибло, 28. Ну, с тираном там точно, короче говоря, погибло они. Погибли. Так что вот так вот получается. Кстати, даже не специально не подстраивался. Я смотрю такой, когда тираном проц сыграл. Ага, пустос мне челлендж сделал, не убить раньше 14.40. Смотрю, 14 минута. Надо, думаю, взад-вперед 40 побегать секунд. Потом думаю, да не, как-то некрасиво. Нажал Т и на 14.30, короче, все кончилось. Вот. Так, привет, Акс. Нет, с Зергом все, мы уже скатали, ребят. Предлагаю до Старлайна чуточек FP сыграть. Что-то, кстати, ГГ лежит у меня почему-то, я не знаю, сейчас посмотрю, что там как. Как меня бесит скайп, а? Ребят, сейчас я кое-что тут Юра мне скидывал со скайпом, что там делается.
Так, ребят. Короче, стеновой все челленджи срослись случайно. Вот так вот, ребят. Так, ребята, что-то есть на нем баланс, может, или что там, как вообще? Так, постус. Стрэндж попадает в финал. В смысле, в финал всего турнира. Я думал, челлендж на сегодняшнюю группу какой-нибудь мини-челленджик. Вот. Да 3 на 3 поздно, полчаса уже осталось, короче. Ладно, давайте я без пока баланса. Китайцы? Про то, что я тебе в скайпе писал, Юр, я тебе пишу, он говно скайп ничего никуда не посылает. Может, у меня, конечно, что-то с нетом? Может, мне надо комп перезагрузить, потому что он работает уже, я не знаю, суток, наверное, 7 подряд. Вот. Короче, я тебе скинул в скайп, там есть текст с составом групп. Вот такие должны группы быть, я так понимаю. И вот там еще написано, короче, какие матчи, типа, что и как. Если тебе не впадло, короче, с меня причитается, вышлю тебе. А, ты не пьешь ничего. Чего-нибудь тебе вышлю, короче. И от китайцев респект за укрепление российско-китайских отношений. Киберспорте, блин. Понял тебя, Постус. Но это челлендж для турнира, а не для меня. Ладно, шучу, для турнира тоже полезно. Но на канал тоже что-то надо. Короче, если... Если Стрэндж первое место в группе займет, по 100 на 3К турнир увеличит. Призовой, он так сказал. Вот такой вот челленджок.
жертва правосудия. Ну, как-то слишком откровенно я, конечно, в Нексус выхожу, это очевидный момент. Что-то непонятное вообще он делал, признаться честно. О, так это основной аккаунт. Тут 5800 ММР, я дом трубаш отдал, я здесь не буду играть. Сейчас, сейчас какой-нибудь Джейсон попадется по-любому. Я на своем 5500. Так, Юр, разобраться с китайцами, а что там с китайцами? Так, да, я погоди. Так вот, он мне скинул, он сказал, что вообще ни хрена нету, как бы.
турнира. Видимо, то, что он скинул, правильное вообще, как бы. Я не понимаю, честно говоря, пока ни хрена. Вот у меня скайп не может работать нормально. Абуилер поддержал ваш канал на сумму 3000 рублей и сообщает: молодец, поздравляю, достойная игра, ты большой молодец. Спасибо, Абуилер, рад тебя видеть. Вот, большое. Заходи почаще. Скоро будет этот Home Story, будем вместе с Зергом все смотреть. И комментить, надеюсь, в игру получится попасть. Пока, правда, хз вообще получится или нет, я без понятия, ребята. Привет, Булка. Короче, Юр, сейчас он... давай у меня скайп, короче, отдуплится. Этот чел отпишет, как бы, и будем там что-нибудь уже решать. Не будем спешить. Сейчас я, короче, ФП поиграю, ребята, и перезагружусь перед Старлайном. Просто, пацаны, всем спасибо за поддержку громадная вообще. Вот, давайте еще раз сыграем. Вот. Не знаю, что за фигня. Скайп глючит. Так, вот китаец мне отвечает, Юр, сейчас я тебе напишу, что он там написал мне. А я тебе все равно не могу ни хрена послать. Да засрал меня этот скайп вонючий. Сейчас с этим зергом дьявольским сыграю и будем что-то решать. Вот он, короче, что мне послал, сюда кидаю. Что-то я тупо режу, вот этим рабочим надо идти, а я что-то туда-сюда дергаюсь. Спасибо, Эрио. Ну, я старался, но когда стараешься, нервничаешь больше. Если бы я играл просто как ладорог бы, ну я по-другому бы играл бы, лучше гораздо. Но в этом и прелесть всяких таких тем, всякие матчики устраивать, что есть момент человеческого фактора, очень важный. А чё я вывел, не понял, рабата? Thank you.
блять, мудак-то я. Ну вы поняли, короче. Нас ждет. Приказ. Да. Нас ждет. Да. Приказывай. Куда нам надо? Свершится правосудие. Слава Деламам! Пустия. Враг познает. Я столкнулась с противником. Что ты придумал? Свершится правосудие. Ради вас. Нас ждет.
противником. Землю направляем. Я столкнулась с противником. Перворожденные выстоят. Никому. Слава Галааму. Кинала Ату. На наши зомби напали. Блин, что за дичь творится, ребят? Мне кто-нибудь может объяснить? Я думал, я уже выиграл, а я что-то ни хрена еще пока не выиграл даже. На наши зомби напали. Да. Наша. Я. Мы едины. Я здесь, среди теней. Очень разумно. Джака. Мы верны. Куда нам? База атакована.
рожденные выстоят. Блин, я умудрился слить еще здесь, вот в чем прикол. На наши зомби напали. Или еще нет пока. База атакована. Порт-залак. Месторождение минералов истощено. Да свершится правосудие. Да, вершится. Первая часть цель. Видим, усилий, псионы. Слава Делама. Перворожденные выстоят. Нас ждут в бою. Всем. Служение наполняет. Куда нам на... Слава Деламу. Наш Жаккар. Перворожденные. Нас ждет славный бой. Сионы. Фу, интересная игра такая получилась. Реально прикольная, но я все-таки проиграл ее в итоге. Хотя игра моя была. Моя реально была игра. Прикольная цифра ММР получилась. То есть после того, как я на мейн зашел, нужно просто было дома нормально все сделать, стеночки там и все дела. Ну, брейкинг ГГ это брейкинг. Ну вот, я тебе отписал про группу Б, скинул тебе, короче, китайских вот, китайских он скинул. Должно быть Макса, Джейши, Панк, Силки, Циан, Тайм, Брейкинг, Деми Лав. Ну он сам так написал, короче. Сделай, короче, если ну не влом, как он написал, а там пусть сами разбираются, короче. Ребят, сейчас такая тема. Пожалуйста, подождите реально минутку, в принципе, быстро я перегружу комп. Почему? Потому что, как бы, может быть, скайп он обновился, там, может, он что-то хочет, может, синхронизироваться по времени, не знаю. Вот, через минуту буквально я продолжу стрим, ребят.